Там цепь, цепь. Я унесу, унесу, унесу. Иди, снимай ногу. Сколько раз, значит, болт. Там был болт такой толстый. Ну, не знаю, что там. Или нет. Ну, так все. Срезал. Все. Игорь поставил свой. Это вот 4, не трогай. 4 породы не хватает, надо 5. 5 там у меня есть заводской. Но его надо очень аккуратно принести. Сбоку поставить, сбоку, забор. Есть флажок, чтобы на него не заезжали. А если наеду, то сбоку. Породы приняли проводили, то их ставили везде, и они все эти, вот эти вот все полопались и валяются. Это другой, это Павел делал. Он все делает. Прочности, превышающие в несколько раз. Сам делал. Вот там колодец без Павла бы не построить. А у него там так был, он треугольник поставил, а тут шатер поднимал. Огромный суп там накопали. Привезли когда с завода. Эти кольца. И он их под стопы подогнал машины, заранее залез и снял. То есть незаменимый буквально. Тут провода какие, он все по столбам, он с переломанной ногой. Все это делал. Я куда ни посмотрю, Павлова работа. Колодец, по которой у меня первая голубятня. Там этот здесь железный, с заклепком. Сейчас вот под ней, может быть, даже сфотографируют. И здесь, самый низ, на чем стоит. Почему притянутый? Снова вот все притянутый. Кого? Паш, там смотри, прям под нее подойдешь. Подойди, подними, подвижу, чтобы разбирать, какие-то пива.
Подтянись. Человек-то был, он в КГБ работал даже. А вот сатана подловил его на этом деле. И главное, интересно, он, его кто-то взял да обозвал сектантом. А ему это обидно. А как доказать-то? А он тогда взял, напился и прям перед сельсоветом пьяный валяется. А что ты? А я всем доказал, что я не сектант. Сектанты не пьют, а я пью. Это очень мощный довод. Что я не сектант, я православный. Я пью и все остальное. Ну, правда, он не курит и не матерится, это уже точно. Работает за троих, а пьет за четверых. Вот так и получается. Это я твой веду. Там у меня еще остался один круг, ну, может, он и не нужен. Это глаз кот попал. Вот они, это ж какие бабушки, покажи. Дорога такая, грейдер, правильно. Сейчас там с ребятами мы встретимся, чтобы взяли лопаты, прошли по нашему пути, все выровняли. Я вижу, когда мы прицепляли, Игорь подошел там и в черемухе сорвал ягод, несколько ягод. Взять посуду, нарвать и отнести им. Обязательно даже. Что Игорь, без Игоря-то мы бы шагу не сделали. А отсюда-то нам легче брать, тут рядом. Мы теперь знаем, что они тут можно переводить. И их там не надо нанимать. Кроме того, что не было дома, да, и что все территория там не взяла. Это осень, конечно, такой, покажи железный. Я показал.
Алексея Устинова. Козочка пасется. Умница. Татьяна тут живет. Сейчас она в городе. А ну-ка давай маленько, толканем ее. Давай, масса движения было. Надо. Нет, надо толкануть. Трактор толкануть. А потом... Что, болт зажало, значит, где-то? Нет, нет. Это болт вытянуло туда, поднимись.
Благо тебе, что посадил нам полпути проделать. Благослови брата Игоря, воздай ему добром и злом. Защити его от происков вражеских, от пожара, от воров, от нечистой силы, все селение. Пошли, добрые жители. Тебе, Боже, слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Ой, репей. Ну что, поехали к ребятам. Расскажем им. Теперь идти надо с лопатами, все везде выровнять. Тут выкопать сразу ямку. У нас лопаты есть. Ямку, так, траншейку. И в нее свалить буквально. Прям под нее подкопать. А остальные это уже не сдвинешь. Ну и с этой стороны выкопать. Чтобы она между двух ямок была. А из ямки не выкатить его. Ну выкопать хотя бы на штык глубиной. Это уже надо с ломами приходить, и то удастся ли. Потому что люди всякие. А такое покатится, его пока лепешку не получишь из-под него. Поехали. Вон Сергея Павловича собачки. Ураган и верный. Вот это наш домик. Это наше имущество, как сказать. А теперь отсюда будем забирать. Покажи еще отсюда, как оно стоит. Вот, когда все будет готово, отсюда снова сцеплять и снова везти. На цепь потом увезете. Пошли к братьям.